Мы неоднократно уведомили Старикова, что с нами договор закончен, и мы продлять договор с 14 числа не намерены. У нас есть намерение передать эту кофейню в администрацию города, в бюджет. Бюджет сделает все необходимые юридические шаги, объявит аукцион. Ну и кто победит на аукционе, пожалуйста, занимайте помещение и работайте в дальнейшем. Сегодня в 9 часов должна была состояться передача данного объекта от ИП Стариковой в ШОР. И уже создана комиссия для того, чтобы передать с ШОР в администрацию. Но ИП Старикова, сама хозяйка была здесь, Анна Борисовна, и она отказалась подписывать данный акт приема передачи. Мы зафиксировали это на видео. Ну и в дальнейшем все юридически необходимые действия мы сделаем.